5 рублей литр солярки. Сколько ж можно это терпеть? Ну невозможно уже. Остановите как-то это. Мы 18 марта сделали такой большой выбор. Вся страна за вас проголосовала. А цены на бензин все не можете вы остановить. На прошедшей 7 июня прямой линии с Владимиром Путиным был задан очень болезненный вопрос, почему дорожает бензин. Цены на топливо за несколько месяцев выросли в цене до 46 рублей за литр, что вызвало недовольство у всех автовладельцев. Я с вами согласен. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Цена на горючее росло по 1 рублю в неделю. Причиной этому стало желание нефтяников отправлять необработанную нефть на экспорт, а не на внутренний рынок. Исправлять ошибку компании придется правительству. Можно подрегулировать налоги, как я уже сказал, акцизы уже снижены. Это уже принятое решение. Возможно, будут повышены экспортные пошлины для того, чтобы притормозить экспорт, плюс по традиции правительство постарается в частном порядке договориться с крупнейшими поставщиками топлива. Чтобы урегулировать цены, Министерство финансов готовит новый законопроект. А с 1 июня было принято решение снизить акцизы на топливо. Но если принятых мер будет недостаточно, сдерживать цены на бензин будут по методу Сечина, то есть повышать экспортные пошлины на топливо. Олег Кашин, Универньюз.